Не, заїде, їде. Це ваші колеги. Молодой чоловік, а це ж ви були на трасі на Київській. З закритими обличчями, в самовдягненні якось. Ти що веселиш передачу? Це ж ви їхали, да, на трасі на Київській. Я хочу, ви в громадському місці. От этот чоловік, він на Київській трасі в Volkswagen. Ви в громадському місці знаходитесь, я маю право тут знімати те, що я хочу. Ви право, згідно до закону, пресі, точно не буде. А хто ви, хлопці? Люди вже ходять, знімають. А що у вас закриті? Що таке? Серега, тікай! Перебачай! Бери! Бери! А ваше что? Это что, не ваше, блядь? Кто хуй ты не отстрелил, ты, блядь? Да не на тебя! А на кого? На того, кто пил сырье! Нахуя вы это робите? Нахуя вы это робите? Нахуя вы это робите? Кто начал, блядь? Нахуя вы это робите? Нахуя вы это робите? Что это такое? Что это такое? Ваші тітушки, тільки що не попали. Це не ваші були, тільки що? Ти какого хуя не отруга? То что будет? Они знают, нет, что я серьезно? А давайте, блядь, ваш товарищ Стерненко ёбнул меня в спину, блядь. Нормально? Зафиксировано. Видео здесь хуево туча стоит, поверьте, блядь. Руки. Вот давайте. Или не говори, что делать? О чем? Стерненко, блядь, на чем играешь? Вот это. Что, не может только делать? А что вы? Я хочу выехать. Мы держим удар, потому что мы не комплекс. И тут ничего не хочет. Напала ваша сторона, блядь. Вот ты, блядь, нахуй. Это лишнее. Вот зачем их пригнали? Зафиксировали бы факт, пошли бы в суд. Зачем пригнали бычок? Да я не понимаю. Потому что они бычье, блядь. Они бычье, вы бычье просто. Они только понимают силу и драться. Больше ничего. Голос тише сделай, блядь. Голос тише сделай. И ты мне его регулировать будешь. Так вот сделай тише голос, блядь. Если я буду реагировать, блядь, на все, что мне сделали, блядь. Кое-кто, блядь, я вижу, как ты реагируешь. И в лагуне как ты реагировал. Я вижу все. Если кто-то из вас хотел... Я один пошел бы вам пореагировать, я посмотрел бы сейчас такое. Да, пацан ехал в Volkswagen. Да, пацан ехал в Volkswagen. Это они нас вели. Туристы. Форзали, блядь, один на один, блядь. Улицу открывайте и вот она вся банда, вот она на лицо.
Слушай, ребята, вы давайте мы сейчас говорим о мирных высоких материях. Вот вы там, у нас есть конкретный вопрос, да, вот здесь. Правильно, так вопрос, зачем? Зачем бояться? Еще раз услышим. Я, если Михаил не получится, я наверное на ты. Отлично, да? Так вот мы стоим здесь, мы разговариваем. Хоть кого-то пальцем тронул, дальше вот далее нет, где полиция, где ничего не догнало. Ну так что. Я могу проехать, и мы не будем спать.